Так, друзья, всем привет. В общем, сегодня в мои руки попал вот такой вот пауэрбанк. Тип аккумулятора у него литий-ионный. Заявлено производителем емкость аккумулятора 20 тысяч мАч. 3,7 вольта на 74 ватт-часа. Номинальная же емкость его 12 тысяч мАч. Это 5,1 вольт и 3,6 ампер. Максимальный ток его выдаваемый, это 3,6 ампер. Значит, давайте посмотрим, что сразу по фото видно. И согласно его заявленным характеристикам, это два порта микро-USB и USB Type-C. Ну, непосредственно для собственной зарядки. Поддержка зарядки малым током в нем. Два порта USB-A для одновременной зарядки двух устройств. Далее, функции зарядки QoS, быстрая зарядка 18 Вт. Входной интерфейс микро-USB, USB Type-C. Выходной интерфейс, это у нас два USB Type-A. И давайте посмотрим, что у нас относительно параметров входа. Это микро-USB 5 Вольт 2,1 Ампера, 9 Вольт 2,1 Ампера. И 12 вольт 1,5 ампера. USB-C это 5 вольт 2,1 ампера, 9 вольт 2,1 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. Так, параметры выхода. USB-A 5,1 вольт 2,4 ампера, 9 вольт 2 ампера, это максимально. И 12 вольт 1,5 ампера максимально. При работе двух портов USB-A 5,1 вольт и 3,6 ампера. Что у нас здесь мы видим? Это его описание. Так. Модель непосредственно. В общем, предлагаю все-таки теперь взглянуть, посмотреть, что идет в комплектации. Кстати, обратите внимание, товар с голограммкой. Давайте посмотрим. Так, снимаем пломбу. И вытаскиваем. Так, что у нас здесь идет? Стандартная брошюрка. Ми-ми-ми. С описанием и с характеристиками. У нас описание наших входов и выходов. И табличка одного-выходного напряжения. Быстренько просмотрим, что у нас здесь. Это у нас голограммка, описание, обзор устройства. Прошу обратить внимание, здесь вот присутствует русский язык. Инструкции, предупреждения, меры предосторожности, технические характеристики. Вот, прошу обратить внимание, заявлено от производителя непосредственно наши технические характеристики. Так, давайте дальше смотрим, что у нас здесь. Так. Что это у нас? Авизо. Предупреждение о мерах безопасности. Warning notice. Идем дальше. Так, давайте хочется увидеть непосредственно сам Powerbank. Так, в комплекте идет у нас к нему шнурок. Шнурок очень глубоко сидит. Итак, стандартный шнурок, тоже, кстати, белого цвета. Вот так вот. Вот такие вот разъемы. Так. И давайте посмотрим. Хочу вам сказать, довольно увесистый сам Powerbank. То есть для женской сумочки не знаю, насколько он будет актуален. Так, открываем. И смотрим на него. Очень приятный тактильный на ощупь. Но, скорее всего, он, наверное, будет очень марким. У нас Redmi. Ну и вот так вот выглядит непосредственно сами разъемы. Здесь они тоже заклеены наклеечкой. Давайте сейчас снимем. Вот так вот выглядит наш Powerbank.
Индикации я здесь не вижу никакой. Проверить кнопочки, хотя вот кнопочка боковая. По умолчанию с коробки он у нас на четверть заряжен. В общем, предлагаю проверить его, полностью зарядить с помощью вот такого вот девайса и посмотреть непосредственно, сколько в него влезет миллиампер часов. И после чего я вам покажу результаты, можно будет делать какие-то определенные выводы, принимать его решение. Так, друзья, наконец-то наш Powerbank зарядился. На все про все, на полную зарядку ушло чуть меньше 12 часов. В общем, что в него вошло, давайте посмотрим. Это у нас 2-амперная зарядка. Заряжался он током в основном 1,77-1,89 ампера. И всего вошло 18273 миллиампера. Данный блок. Честно скажу, я замучился его разряжать. Как вы видели, у него было два деления. Очень долго я его разряжал, но при этом очень долго он заряжался. То есть около 12 часов. В среднем получается 10 тысяч миллиампер зарядилось в районе 6 часов. 12 тысяч вошло в него за 12 часов, 20 тысяч миллиампер часов. В общем, что я хочу еще добавить относительно данного Powerbank. Из плюсов, емкость у него колоссальная, держит реально долго. Далее хочу обратить ваше внимание, вес очень внушительный. По характеристикам это 420 грамм. То есть, в принципе, кирпич ощутимый. Далее, что я еще не сказал. В данном пауэрбанке есть функция заряда маленьким током. То есть, если есть необходимость зарядить там браслет или Bluetooth гарнитуру, активируется она двойным нажатием на вот эту вот кнопку индикации заряда. И после чего в течение 2 часов он будет заряжать малым током. Ну, как-то вот так. Дважды нажали, видите ли, сейчас мигают индикаторы. И говорит о том, что он будет заряжать малым током. В общем, друзья, что смог, показал. Дальше уже выбор за вами. Принимайте решение, делайте выводы сами. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.